Привет, это канал Listen It, и сегодня мы слушаем статью «Протокол TCP/IP или как работает интернет» от автора Дубровина Бориса, который написал эту статью на сайте offnet.ru. Спасибо автору за статью, ссылка на статью, конечно, будет в описании к видео. В основе работы глобальной сети интернет лежит набор, то есть стек протоколов TCP/IP. Но эти термины лишь на первый взгляд кажутся сложными. На самом деле стек протоколов TCP/IP – это простой набор правил обмена информацией, и правила эти на самом деле вам хорошо известны, хоть вы, вероятно, об этом и не догадываетесь. Да, все именно так. По существу, в принципах, лежащих в основе протоколов TCP/IP, нет ничего нового. Все новое – это хорошо забытое старое. Человек может учиться двумя путями. Первое – это через тупое формальное зазубривание шаблонных способов решения типовых задач, то есть чему сейчас в основном учат в школе. Такое обучение малоэффективно. Наверняка вам приходилось наблюдать панику и полную беспомощность бухгалтера при смене версии офисного софта, при малейшем изменении последовательности кликов мышки, требуемых для выполнения привычных действий. Или вам приходилось видеть человека, который впадает в ступор при изменении интерфейса рабочего стола. И второй способ обучения – это через понимание сути проблем, явлений и закономерностей, через понимание принципов построения той или иной системы. В этом случае обладание энциклопедическими знаниями не играет большой роли. Недостающую информацию легко найти, главное – знать, что искать. А для этого необходимо не формальное знание предмета, а понимание сути. В этой статье я предлагаю пойти вторым путем, так как понимание принципов, лежащих в основе работы интернета, даст вам возможность чувствовать себя в интернете уверенно и свободно, быстро решать возникающие проблемы и грамотно формулировать проблемы и уверенно общаться с техподдержкой. Итак, начнем. Принципы работы интернет-протоколов TCP/IP по своей сути очень просты и сильно напоминают работы нашей советской почты. Давайте вспомним, как работает наша обычная почта. Сначала вы на листке пишете письмо, затем кладете его в конверт, заклеиваете, на обратной стороне конверта пишете адреса отправителя и получателя, а потом относите в ближайшее почтовое отделение. Далее письмо проходит через цепочку почтовых отделений до ближайшего почтового отделения получателя, откуда оно тете почтальоном доставляется до указанного адреса получателя и опускается в его почтовый ящик с номером его квартиры или вручается лично. Все, письмо дошло до получателя. Когда получатель письма захочет вам ответить, то он в своем ответном письме поменяет местами адреса получателя и отправителя, и письмо отправится к вам по той же цепочке, но в обратном направлении. На конверте письма будет написано адрес отправителя, от кого и откуда, то есть адрес, с которого мы отправляем. И адрес получателя, кому мы отправляем и куда адрес получателя. Теперь мы готовы рассмотреть взаимодействие компьютеров и приложений в сети интернет, да и в локальной сети тоже. Обратите внимание, что аналогия с обычной почтой будет почти полной. Каждый компьютер, он же узел или хост, в рамках сети интернет тоже имеет уникальный адрес, который называется IP-адрес, Internet Protocol Address. Например, 195.34.32.116. IP-адрес состоит из 4 десятичных чисел от 0 до 255, разделенных точкой. Но знать только IP-адрес компьютера еще недостаточно, так как в конечном счете обмениваются информацией не компьютеры сами по себе, а приложения, работающие на них. На компьютере может одновременно работать сразу несколько приложений, например, почтовый сервер, веб-сервер и прочие. Для доставки обычного бумажного письма недостаточно знать только адрес дома, необходимо знать еще номер квартиры. Также и каждое программное приложение имеет подобный номер, именуемый номером порта. Большинство серверных приложений имеют стандартные номера, например, почтовый сервис привязан к порту номер 25. Еще говорят, слушает порт, то есть принимает на него сообщение. Веб-сервис привязан к порту 80, FTP к порту 21 и так далее. Таким образом, имеем почти полную аналогию с нашим обычным почтовым адресом. Адрес дома – это IP компьютера, а номер квартиры – это номер порта. В компьютерных сетях, работающих по протоколам TCP/IP, аналогом бумажного письма в конверте является пакет, который содержит собственно передаваемые данные и адресную информацию. Адрес отправителя и адрес получателя, например. То есть вот пример. Адрес отправителя, то есть source address, это IP 82.146.49.55 и порт 2049. А адрес получателя, то есть destination address, это IP 195.34.32.116 и порт 53. Ну и дальше идут данные пакета. Конечно же, в пакетах также присутствует служебная информация, но для понимания сути это сейчас не важно. Обратите внимание, комбинация IP-адрес и номер порта называется сокет. В нашем примере мы с сокета 82.146.49.55.2.2049
то есть порт, да, его, посылаем пакет на сокет 195.34.32.116, двоеточие, 53. То есть пакет пойдет на компьютер, имеющий IP-адрес 195.34.32.116 на порт 53. А порту 53 соответствует сервер распознавания имен, то есть DNS-сервер, который примет этот пакет. Зная адрес отправителя, этот сервер может после обработки нашего запроса сформировать ответный пакет, который пойдет в обратном направлении на сокет отправителя 82.146.49.55.20.49 порт, который для DNS-сервера будет являться сокетом получателя. Как правило, взаимодействие осуществляется по схеме клиент-сервер. Клиент запрашивает какую-либо информацию, например, страницу сайта, сервер принимает запрос, обрабатывает его и посылает результат. Номера портов серверных приложений общеизвестны. Например, почтовый SMTP-сервер слушает 25-й порт. POP3-сервер, обеспечивающий чтение из ваших почтовых ящиков, слушает 110-й порт. Веб-сервер – 80-й порт и прочее. Большинство программ на домашнем компьютере являются клиентами. Например, почтовый клиент Outlook, веб-обозреватели Internet Explorer, Firefox, Google Chrome и прочее. Номера портов на клиенте не фиксированы, как у сервера, а назначаются операционной системой динамически. Фиксированные серверные порты, как правило, имеют номера до 1024, но есть исключения, а клиентские начинаются после 1024. Повторение – мать учения, так что давайте еще раз. IP – это адрес компьютера, то есть узла хоста в сети, а порт – это номер конкретного приложения, работающего на этом компьютере. Однако человеку запоминать цифровые IP-адреса довольно трудно, куда удобнее работать с буквенными именами, ведь намного легче запомнить слово, чем набор цифр. Так и сделано. Любой цифровой IP-адрес можно связать с буквенно-цифровым именем. В результате, например, вместо 82.146.49.55 можно использовать имя www.offnet.ru, а преобразованием доменного имени в цифровой IP-адрес занимается сервер доменных имен. Мы о нем уже сегодня говорили. DNS. Рассмотрим подробнее, как это работает. Ваш провайдер явно, то есть на бумажке для ручной настройки соединения, или неявно через автоматическую настройку соединения, предоставляет вам IP-адрес сервера имен DNS. На компьютере с этим IP-адресом работает приложение сервер имен, которое знает все доменные имена в интернете и соответствующие им цифровые IP-адреса. DNS-сервер слушает 53-й порт, принимает на него запросы и выдает ответы. Например, запрос от нашего компьютера. Какой IP-адрес соответствует имени www.offnet.ru? Ответ сервера 82.146.49.55. Теперь рассмотрим, что происходит, когда в своем браузере вы набираете доменное имя, то есть URL этого сайта, offnet.ru. И нажав Enter, в ответ от веб-сервера вы получаете страницу этого сайта. Например, IP-адрес нашего компьютера 91.76.65.216, браузер Internet Explorer, DNS-сервер стрима 195.34.32.116. У вас он может быть другой. Страница, которую мы хотим открыть, www.offnet.ru. Набираем в адресной строке браузера доменное имя www.offnet.ru и жмем Enter. Далее операционная система производит примерно следующие действия. Отправляете запрос, точнее пакет с запросом DNS-серверу на сокет 195.34.32.116 с портом 53. Как было рассмотрено выше, порт 53 соответствует DNS-серверу, приложению, занимающемуся за распознаванием имен. А DNS-сервер, обработав наш запрос, возвращает IP-адрес, который соответствует введенному имени. Диалог примерно следующий. Какой IP-адрес соответствует имени www.offnet.ru? Нам отвечают 82.146.49.55. Далее наш компьютер устанавливает соединение с портом 80, компьютера 82.146.49.55 и посылает запрос, пакет с запросом на получение страницы www.offnet.ru. 80-й порт соответствует веб-серверу. В адресной строке браузера 80-й порт, как правило, не пишется, так как используется по умолчанию, но его можно явно указывать после двоеточия. HTTP www.offnet.ru двоеточие 80. Приняв от нас запрос, веб-сервер обрабатывает его и в нескольких пакетах посылает нам страницу на языке HTML, языке разметки текста, который понимает браузер. Наш браузер, получив страницу, отображает ее, и в результате мы видим на экране главную страницу этого сайта. Зачем эти принципы надо вообще понимать? Например, вы заметили странное поведение своего компьютера, непонятная сетевая активность, тормоза и прочее. Что делать? Открываем консоль, нажимаем кнопку «Пуск», «Выполнить» и выбираем CMD, то есть командную строку, и «Ок». В консоли набираем команду «netstat an».
и жмем Enter. Эта утилита отобразит список установленных соединений между сокетами вашего компьютера и сокетами удаленных узлов. Если мы видим в колонке внешний адрес какие-то чужие IP-адреса, а через двоеточие 25-й порт, что это может означать? Помните, что 25-й порт соответствует почтовому серверу. Это означает то, что ваш компьютер установил соединение с каким-то почтовым сервером или серверами и шлет через него какие-то письма. И если ваш почтовый клиент Outlook, например, в это время не запущен, да и если таких соединений на 25-й порт много, то, вероятно, в вашем компьютере завелся вирус, который рассылает от вашего имени спам или пересылает номера ваших кредитных карточек вкупе с паролями злоумышленникам. Также понимание принципов работы интернета необходимо для правильной настройки фаервола, проще говоря, брандмауэра. Эта программа, которая часто поставляется вместе с антивирусом, предназначена для фильтрации пакетов, своих и вражеских. Своих пропускать, чужих не пущать. Например, если ваш фаервол сообщает вам, что некто хочет установить соединение с каким-то портом вашего компьютера, разрешить это или запретить. Приведем список портов, с которыми вам рано или поздно придется встретиться. 135-139 – эти порты используются Windows для доступа к общим ресурсам компьютера, папкам и принтерам. Не открывайте эти порты наружу, то есть в районную локальную сеть и интернет. Их следует закрыть фаерволом. Также, если в локальной сети вы не видите ничего в сетевом окружении или вас не видят, то, вероятно, это связано с тем, что фаервол заблокировал эти порты. Таким образом, для локальной сети эти порты должны быть открыты, а для интернета – закрыты. 21-й порт – это порт FTP. Сервера. FTP – это файл-трансфер протокол. 25-й – это порт почтового SMTP-сервера. Через него ваш почтовый клиент отправляет письма. IP-адрес SMTP-сервера и его порт 25-й следует указать в настройках вашего почтового клиента. 110-й – это порт POP3-сервера. Через него ваш почтовый клиент забирает письма из вашего почтового ящика. IP-адрес POP3-сервера и его порт 110-й также следует указать в настройках вашего почтового клиента. 80-й – это порт веб-сервера, как мы уже говорили. И 3128 и 8080 – это прокси-серверы, настраиваются в параметрах браузера. Про прокси-серверы, кстати, мы говорили уже в другой статье, ссылочка будет в описании, если интересно, рекомендую. Но вот несколько IP-адресов, с которыми вам тоже придется столкнуться. 127.0.0.1 – это localhost, адрес локальной системы, то есть локальный адрес вашего компьютера. 0.0.0.0 – так обозначаются все IP-адреса. Но адреса с началом 192.168 – это адреса, которые можно произвольно использовать в локальных сетях. В глобальной сети интернет они не используются. Они уникальны только в рамках локальной сети. Адреса из этого диапазона вы можете использовать по своему усмотрению, например, для построения домашней или офисной сети. Но теперь немножко про то, что такое маска подсети и шлюз по умолчанию, то есть роутер-маршрутизатор. Эти параметры задаются в настройках сетевых подключений. В локальной сети компьютеры напрямую видят только друг друга. Локальные сети соединяются друг с другом через шлюзы, то есть роутеры-маршрутизаторы. Маска подсети предназначена для определения, принадлежит ли компьютер-получатель к этой локальной сети или нет. Если компьютер-получатель принадлежит к этой же сети, что и компьютер-отправитель, то пакет передается ему напрямую. В противном случае пакет отправляется на шлюз по умолчанию, который далее по известным ему маршрутам передает пакет в другую сеть, то есть в другое почтовое отделение. Это по аналогии с нашей советской почтой. Непоследок пройдемся по терминам. TCP/IP – это название сетевых протоколов. На самом деле передаваемый пакет проходит несколько уровней. Как на почте, сначала вы пишете письмо, потом помещаете конверт с адресом, затем на почте на нем ставится штамп и так далее. IP-протокол – это протокол так называемого сетевого уровня. Задача этого уровня – это доставка IP-пакетов от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. Помимо собственных данных, пакеты этого уровня имеют IP-адрес отправителя и IP-адрес получателя. Номера портов на сетевом уровне не используются. К какому порту, то есть приложению, адресован этот пакет, был ли этот пакет доставлен или был потерян, на этом уровне неизвестно. Это не его задача, это задача транспортного уровня. TCP и UDP – это как раз протоколы так называемого транспортного уровня. Транспортный уровень находится на сетевом, и на этом уровне к пакету добавляется порт отправителя и порт получателя. TCP – это протокол с установлением соединения и гарантированной доставкой пакетов. Сначала производится обмен специальными пакетами для установления соединения. Происходит что-то вроде рукопожатия. Привет, привет, поболтаем, давай. Далее по этому соединению туда и обратно посылают пакеты, то есть идет беседа, причем с проверкой, дошел ли пакет до получателя. Если пакет не дошел, то он посылается повторно. UDP – это протокол без установления соединения и с негарантированной доставкой пакетов. Типа крикнул что-нибудь, а услышит тебя или нет, это уже не важно. На транспортном уровне находится прикладной уровень. На этом уровне работают такие протоколы, как HTTP, FTP и прочие. Например, HTTP и FTP используют надежный протокол TCP, а DNS-сервер работает через ненадежный протокол UDP. Ну и напоследок, как посмотреть текущие соединения. Мы уже про это вкратце говорили. Текущие соединения можно посмотреть с помощью команды в консоли netstat-an. Параметр
оператор N указывает выводить IP-адреса вместо доменных имен. Запускается эта команда следующим образом. Открываем пуск, там ищем в поиске, например, командную строку, можно ввести CMD и открываем консоль. В появившейся консоли в черном окне набираем команду netstat AN и жмем Enter. Результатом будет список установленных соединений между сокетами вашего компьютера и удаленных узлов. Например, получаем результат как на экране. В этом примере 0000 с портом 135 означает, что наш компьютер на всех своих IP-адресах слушает, то есть listening, 135 порт и готов принимать на него соединение от кого угодно. 0000 с портом 0 по протоколу TCP. 91.76.65.216 порт 139 – это наш компьютер слушает 139 порт на своем IP-адресе. 91.76.65.216. Третья строка означает, что сейчас установлено, то есть established, соединение между нашей машиной 91.76.65.216 порт 17.19 и удаленной 212.58.226.20 с портом 80. Порт 80 действительно означает, что наша машина обратилась с запросом к веб-серверу. Ну, а на этом все. Спасибо, что послушали эту статью. Надеюсь, вам, как и мне, было интересно. Если вам понравилась статья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы поддержать его. Будет очень приятно, и будем еще больше классных видео для вас сделать. Обязательно пишите в комментариях, если хочется какую-то конкретную тему рассмотреть в следующих статьях. Мы всегда прислушаемся, всегда читаем комментарии. Спасибо вам за них. Ну все, пока.